Ездить по кольцу теперь необходимо по-новому. Вступили в силу новые правила движения на кольцевых перекрестках. Поводом для внесения поправок стала статистика, которая показывает, что большинство аварий в России происходит на кольцах, так как в каждом городе проезд перекрестка регулировался индивидуально. Как теперь правильно преодолевать эти участки в набережных Челнах, расскажем далее. Перекресток с круговым движением у завода двигателей. Именно этот участок вызывает вопросы у водителей. Согласно дорожным знакам, главными на кольце становятся те, кто заезжают на него. Ранее, если перекресток с круговым движением никак не регулировался, то он признавался равнозначным. В этом случае водители действовали по правилу правой руки. Однако сейчас принцип «помеха справа» не работает. При отсутствии знаков приоритета вступают в силу изменения, которые внесены в правила дорожного движения с 1 ноября 2017 года. Приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кольцу, а водители, въезжающие на перекресток с круговым движением, должны уступить дорогу. Однако многие эксперты считают, что такие нововведения на первоначальном этапе спровоцируют немало аварий. Одни будут ездить по новым правилам, а те, кто не услышал или не понял суть поправок, продолжат движение по-старому. Сейчас мы привыкли. Как здесь есть, мы так ездим. А потом изменится, мы по инерции будем вылетать на кольцо. Руководствуясь правилами, кольцо главное. Если знаки уберут, соответственно, по новым правилам, как принято. Если знаки не уберут, соответственно, по знакам. Когда кольцо, значит, кольцо главное. Но когда есть дополнительный знак, то здесь приоритет по дополнительным знакам. Сказать, что кольцо главное в любом случае, ну это неверно. В ГИБДД обращают внимание на то, что в набережных Челнах не все кольца являются главными. Все круговые движения оборудованы знаками приоритета. Это связано с тем, что прежде чем устанавливать подобные знаки, был проведен анализ плотности транспортного потока. Поэтому знаки приоритета на круговых движениях на территории города Набережные Челны действуют. Таким образом, в Набережных Челнах водителям необходимо обращать внимание именно на знаки, а они в городе установлены на всех перекрестках с круговым движением. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков, Челны 24.